Здравствуйте, с вами Хиллари Окер, жена пастора Дерека. Я хотела бы поговорить с вами о том, что уже очень давно горит в моем сердце, а именно о свободе через прощение. Надеюсь, вы не такие, как я, потому что мне очень сложно прощать. Но давайте вначале прочитаем место из Писания. Это слова Иисуса, Матфея 6:14. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». А вот и та часть, которая очень важна для нашего сегодняшнего разговора. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Затем Иисус продолжает: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я привыкла пропускать эти слова. Я думала: «Бог любит меня, Он такой щедрый, и если я прошу Его простить меня, Он делает это». Наше прощение стоило Богу всего. Это было нелегко. Он отдал за это все. В Ветхом Завете, как прообраз того, что сделал Иисус, требовалась кровь невинного ягненка, чтобы покрыть грехи виновного человека. Ягненка приводила и приносили в жертву. В Колоссянам 1:20 описано, что именно сделал Иисус, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Как видите, кровь Христа – это единственное основание для нашего прощения. Видите, чем вы обязаны Богу? Кровь Христа удовлетворила Божью святость, примирив нас с Богом и соединив нас с Ним. Человечество было отделено от Бога за то, что произошло в Эдемском саду. Падшему человеку невозможно принести Богу приемлемую жертву, чтобы удовлетворить все требования Его справедливости и святости и заплатить достаточно цену за свои грехи. По Божьему прекрасному плану Иисус Христос был послан на крест, чтобы принести приемлемую жертву за грех. Таким образом, Он установил связь между человеком и собой. Именно кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, удовлетворила требования Божьей святости и установила кровный завет мира, который не может быть расторгнут. Это завет между Богом и теми, кто принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. В Левит 17:11 сказано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Иисус Христос отдал Свою божественную кровь, чтобы заплатить полную цену за все грехи человечества, прошлые, настоящие и будущие, до того момента, как Иисус снова придет на землю. А еще у нас появился Святой Завет между нами
и Богом. И через прощение мы получаем свободу. В Матфея 6:12 сказано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». А теперь давайте откроем притчу о непрощающем слуге, которая находится в Матфея 18:21-35, и я прочту ее вам. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: „Господи, сколько раз прощать брату моему, который согрешает против меня, до 7 ли раз?" Петр думал, что это уже большой подвиг. Иисус говорит ему: „Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Это получается 490 раз в день. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Это огромная сумма денег. Удивительно, как можно было столько украсть. 25 стих. «И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Думаю, даже этого ему бы не хватило. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“. Думаю, это было преувеличение, вернее ложь, потому что он никак не мог бы вернуть 10 000 талантов. Это были огромные деньги. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. И ожидается, что после этого он будет полон любви и прощения. Но раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Это значительно меньше, чем 10 000 талантов. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его поступил так же, как и он. Пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». И это была вполне выполнимая задача. Что же он сделал? Он не сказал: «Да, конечно, я дам тебе время». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Если вы уже в тюрьме, то у вас нет шанса выйти, потому что как вы оттуда сможете выплатить долг? То есть тот слуга поступил ужасно. Помните, как Петр вначале спрашивал: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз?» Звучит неплохо, но это все влияние религиозных лидеров того времени. Они учили так: если вы простили 3 раза, то после этого уже никакого прощения. Разве вы не рады, что Бог не такой? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Именно поэтому далее Иисус приводит такой интересный пример. Он говорит: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Он сравнивает это с тем, как мы однажды дадим отчет Богу. Возвращаясь к нашей истории, напомню, что вначале господин вызвал к себе слугу, который был ему должен 10 000 талантов, и собирался сделать с ним то, что было обычным делом для того времени – продать его и всю его семью. Давайте вначале разберемся, сколько это 10 000 талантов. Я изучила эту тему. Если я в чем-то ошиблась, то простите меня и сообщите, где моя ошибка. Итак, тот слуга задолжал 10 000 талантов, и это огромная сумма. К примеру, ежегодная дань иудеи, Самарии и Идумеи вместе взятых Римской империи составляет
составляла всего 600 талантов. Этот парень должен 10 тысяч талантов, а Иудея, Самария и Идумея платили Риму 600 талантов в год, и это была довольно большая сумма. А по сравнению со 100 динариями, я подсчитала, что долг в 10 тысяч талантов, который был прощен тому слуге, был в 100 тысяч раз, вернее, в 600 тысяч раз больше, чем 100 динариев, который был ему должен его несчастный товарищ. Это так печально. А посмотрите на величину долга того слуги. Мне сказали, что один талант весил от 25 до 31 килограмма. Умножьте это на 10 тысяч, и у вас получится астрономическая сумма. Это также символ величины наших грехов против Бога. Часть нашей проблемы в том, что многие из наших грехов мы не считаем грехами, особенно в это время. В моем детстве некоторые вещи были категоричным «нет», а сегодня они считаются абсолютно нормальными. Но царь был движим состраданием и простил слугу, который был должен ему 10 тысяч талантов. Им двигало сострадание. Сострадание — это больше, чем просто жалость. Жалость сочувствует и говорит: «О, мне так жаль», но при этом ничего не делает, а сострадание сопереживает вместе с человеком, который в нужде, и пытается ему помочь. Так же было и с тем царем. Им двигало сострадание. И мы видим, что часто Иисус был движим состраданием и исцелял больных. У Иисуса была жалость или сострадание? Думаю, я уже ответила вам на этот вопрос. Зная наше будущее, Он был движим состраданием и приготовился отдать свою жизнь за наши грехи. И это была не быстрая и легкая смерть, а просто ужасная. Но это было полностью необходимо, чтобы выплатить то, что мы задолжали Богу, и получить Его прощение. В книге «Исфирь» сказано, что гнусный Аман предложил царю 10 тысяч талантов за возможность уничтожить всех евреев в том царстве. Но мы знаем, что в итоге Аман получил по заслугам. Бремя греха такое тяжелое, что оно выжимает из нас все жизненные соки. Но слава Богу за Бога. Ладно, давайте вернемся к нашей истории. Царь в этой истории был настолько движим состраданием, что простил этот огромный долг в миллиарды долларов. Кто в этом случае оказался пострадавшей стороной? Не слуга. Он отделался только легким испугом. А это никак не сказалось на его кармане. А на чьем кармане это сказалось, если можно так выразиться? Это прообраз того, что Иисус сделал для нас. Именно Он заплатил за все. Давайте посмотрим на то, что сказано в Иеремии 31:31-34. Это обещание о Новом Завете и о том, что Бог сделает для нас. Это поразительно. 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды и с нами Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их».
«Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Я больше не буду вспоминать об их грехах. Я не буду помнить то, что они так сильно грешили». Какой наш Господь Бог? В каком большом долгу мы перед Ним? Псалом 102:8. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Он медленен на гнев, а мы такие. Он источает любовь, а мы источаем любовь и доброту. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Иными словами, Он дал нам то, что мы заслужили. 12 стих. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Есть южный и северный полюс, но нет восточного и западного полюсов». То есть восток и запад бесконечны, у них нет ни конца, ни края. Затем в 17 стихе мы читаем: «Милость же Господа от века и до века к боящимся Его, к тем, кто благоговеет перед Ним и имеет к Нему глубокое уважение». Господь по Своей милости готов прощать нам любые наши грехи, но все зависит от нас. Он прощает нас, но от нас зависит, примем ли мы благословение Его прощения. Мы должны попросить Его простить нас. Давайте вернемся к нашей истории из 18 главы Матфея и продолжим говорить о подлости и жестокосердии того слуги, которому было так много прощено. Он был таким жестоким и таким упрямым. Когда его вызвали к царю, он, наверное, подумал: наступил день расплаты. Он хорошо понимал, что с ним будет. Должно быть, он был ужасно напуган и дрожал от страха, понимая, что царь узнал, что он делал все эти годы. Он также хорошо понимал, какой приговор его ждет. Он понимал, что царь продаст его самого, его жену и детей, и все его имущество, и у него не останется ничего. Как мы знаем, он упал на колени перед царем. И это просто удивительно, что царь простил его. Он простил весь тот огромный долг. Но что поражает меня еще больше, и в чем я вижу себя, если говорить на чистоту, так это то, что он мог думать лишь о том, сколько ему был должен его товарищ, хотя это было всего лишь 100 динариев. У нас был случай, когда кто-то попросил нас одолжить 1000 фунтов, чтобы выбраться из долгов. Этот человек так и не вернул нам деньги, и это раздражало меня, пока Бог не показал мне, сколько всего Он простил мне. Какое я имею право обижаться на кого-то, кто, скорее всего, не может вернуть эти деньги? Матфея 18:28. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Он схватил его за горло. Он мог бы попросить: «Нормально, ты должен мне 100 динариев, и я был бы очень рад получить их назад». Верно? Но он взял его за горло, начал его трясти и требовать деньги сейчас же. Никакой милости. Он же только что получил невероятную милость. Тот человек сделал то же самое, что и тот слуга. Он просил о милости, терпении и милости на возврат долга. Он обещал вернуть все, и это была вполне выполнимая задача. Но слуга не хотел его слушать и не пошел на его условия. Никакого прощения. Он схватил его и поволок
в тюрьму. Я всегда думала, что это не очень приятное местонахождение, но оказалось, что оно куда хуже, чем я могла представить. Это было по-настоящему ужасное место. Во-первых, находясь там, человек не может выплатить свой долг, а значит и выйти оттуда, то есть он там навсегда. В то время долговые тюрьмы также отличались своими пытками. Тюремщики мучили заключенных ради удовольствия. Это просто ужасно. Например, если вы должны 1 динарий, то это 1 удар плетью. 10 динариев – 10 ударов и так далее. Иногда узников вешали на крюк и растягивали их в разные стороны в течение 6 часов. Многие такого не переживали. Никто никогда не хотел попасть в долговую тюрьму. И этот жестокосердный слуга хорошо понимал, что он делает со своим товарищем. Ему только что простили огромный долг, а он... Меня удивляет то, что он решил, что царь не узнает об этом. Как это не пришло ему в голову? Его волновали только его 100 динариев, а это всего лишь 100 долларов по сравнению с 10 миллиардами долларов. А если перевести эту сумму в расстояние, например, Солнце находится в 150 миллионах километров от Земли. Предположим, что именно такое расстояние нужно преодолеть Богу, чтобы простить нас. А расстояние, которое нам нужно пройти, чтобы простить кого-то, равно 1 метру. Что такое 1 метр по сравнению со 150 миллионами километров? Это ничто. Это такая мелочь. Нам нужно запомнить это и извлечь из этого урок. Люди могут говорить нам ужасные вещи и обижать нас. Я понимаю, что есть такое английское выражение: «Палки и камни могут сломать мне кости, а вот слова никак не навредят мне». Это не совсем правда. В моей жизни была одна история. Возможно, вы уже слышали ее. Мои родители пригласили к себе гостей, и те пришли с детьми. И вот мы сидим за столом. Кажется, нас было 10 человек. И один из мальчиков со странным чувством юмора сказал мне: «Хиллари, ты не могла бы оказать мне услугу?» Я ответила: «Да, конечно». Он продолжил: «Ты не могла бы сходить за бумажным пакетом и надеть его себе на голову, чтобы нам не пришлось смотреть на тебя?» Вот так вот он пошутил надо мной. Я запомнила этот случай на всю жизнь. Я позволила ему прицепиться ко мне и сформировать мое мнение о себе. С того момента я стала считать себя страшненькой и никчемной. Можете представить, какие перемены произошли во мне, когда я приняла Иисуса как моего Господа и Спасителя? Мораль этой истории о слуге такова. Христос говорит нам: «Посмотрите, сколько я готов простить вам. Он открыл свои объятия для нас, раскинув руки на кресте. Так какое вы теперь имеете право огорчаться и не прощать своих товарищей? Все мы, коллеги, слуги Божьи, если я простил вас целиком и полностью, какое право вы имеете не прощать? Подумайте хорошенько. Иногда мы придумываем оправдания.
мы говорим: «Если бы вы только знали, что они мне сделали, то вы бы согласились, что этот случай — это исключение». Я знаю, потому что я сама так часто говорила. «Если бы вы знали, как они со мной поступили, вы бы не простили». Или же это настоящее зло? Как такое можно простить? А когда я думаю о тех, чей близкий человек был убит не думающими равнодушными людьми, то не могу представить их боль, гнев, обиду и желание справедливости и мести. Это желание вполне реальное и сильное, но подумайте о том, что мы распяли Божьего Сына. Мы мучили Его и издевались над Ним. Его били, истязали. Если вы видели фильм «Страсти Христовы», то там это изображено во всех красках. Это и правда было так страшно и так ужасно. Но правда в том, что только Иисус мог заплатить эту цену, потому что Он был абсолютно безгрешным. Его прибивали ко кресту. Это острая боль, потому что ваше запястье охватывает спазм. Спазмы просто ужасные и невероятно сильные. Эту боль просто невозможно представить. Иисус заплатил эту цену, и нам нужно размышлять о том, что Иисус сделал на кресте. Он ради нас умер в страшных муках. Зная это, нам должно быть проще прощать других. Месть — это плохо. И я вам гарантирую, если мы не будем прощать, то это нам аукнется. Помните, как Аман построил виселицу для Мардохея? Но кто в итоге висел на ней? Давайте обратимся к Богу. Отец Небесный, во имя Иисуса, помоги нам увидеть, сколько всего Ты прощаешь и уже простил нам. Мы благодарим Тебя, Иисус. Аминь.